Юлия Зыкова получила право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Японии. Спортсменка стала победительницей третьего этапа Кубка мира, проходившего в Мюнхене. Борьба за медаль получилась нервной. Британка Макинтош до последнего выстрела шла в лидерах, но допустила ошибку. Зыкова с нервами справилась. В итоге красноярка впервые в своей карьере выиграла золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. Ко всему прочему, завоевав для России квоту на главный старт четырехлетия. Регбийный Енисей СТМ одержал вторую победу с бонусом на старте чемпионата России. Заводчане пожаловали в гости к новокузнецкому «Металлургу». Команды показали результативную игру, на двоих записав 13 попыток. Хозяева старались, но переломить матч с Енисеем, приехавшим на Кузбасс без сборников, у «Металлургов» не получилось. 36-56. Тем временем «Красный Яр» готовится сыграть первый домашний матч сезона в рамках чемпионата России. Завтра бело-зеленые встретятся с дебютантом премьер-лиги пензенским «Локомотивом». Состав железнодорожников в этом межсезонье пополнил ряд опытных игроков, в том числе и 4 в прошлом регбиста «Красного Яра». При этом старт у пензенского клуба получился неудачным. 2 поражения в 2 матчах. Проиграли, но они достаточно неплохо играют. И команда, в принципе, молодая, но взяли много игроков из российского чемпионата по регби. То есть с нашего клуба многие игроки ушли, поэтому я считаю, что там будет хорошая команда и игра получится достойная. То есть готовимся серьезно на них, по крайней мере. Учитывая сложности, которые испытал Енисей в игре с «Металлургом», определенное волнение яровцев понятно. 9 человек команды сейчас находятся в расположении сборной России, а места лидеров заняла молодежь. Мы эту картину еще прогнозировали еще в предсезоне. Уже и на грузинском сборе, и в Англии, в принципе, играли тем экспериментальным составом. Некоторые матчи, когда планировали, что без этих 9 ребят, в основном это воспитанники детской и юношеской спортшколы «Красного Яра». Поэтому, в принципе, мы надеемся, что это будет хорошее испытание для ребят. Игра «Красный Яр» «Локомотив Пенза» начнется завтра в 19 часов на стадионе левобережной команды. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтово Спорт.